А что это тут у вас такое, ребята? Лизуны? Всякие сопляшки. Вы серьезно, ребят? Да, лизуны, это круто. А что? Мы хотим снять обзор лизунов. А это что такое? Осьминожка в слизи. Ой. Да, и не только это. Нам тут много лизунов наприсылали. Вы серьезно, ребята, хотите показывать подписчикам вот эти вот сопельки? Это не сопельки, Аня, это лизуны всякие. Ребята, давайте соберем много лайков, чтобы Аня поверила, что лизуны крутые. Да, то она не верит. Если мы соберем там много лайков, то ты ей скажешь, что лизуны крутые. Ну, вот давай посмотрим. Собирайте лайки, ребята. Вряд ли ребята соберут столько лайков, чтобы я поверила, что лизуны крутые. Но хорошо, я согласна, давайте делать обзор. Только я сейчас сначала уберу их и кое-что вам покажу. Жалко, сегодня с нами опять нет Софи. Да, когда она уже выздоровеет? Надеюсь, скоро. Алис, освободи-ка немножко места. Ладно. Ой-ой-ой, чуть не упала. Софиша пока что болеет, но смотрите, какая у нас есть коробочка. И у нас есть вот такая вот штучка Троллс. И что это значит? Это значит, как подписчики любят Софи. Целая коллекция троллей уже в книжке. Она будет очень рада. Она уже рада, потому что я их показала. Тролли. Ничего себе. Вот это да! Их тут очень много, ребята. Какая у Софи была маленькая коллекция и какая стала гигантская. Да у нее теперь просто армия, армия троллей. Но это очень круто. Целая коробка троллей. Что мы будем с ними делать? Софиша очень рада. Ладно, пойду уберу. Мне кажется, надо придумать, что с ними сделать. Что-нибудь прикольное. Может, на Новый год? Может быть, подписчики придумают. Я сейчас вернусь, ребят. А нам еще кое-что прислали. Еще одну лягушку антистресс, только теперь светящуюся. Надо нам снова сделать видео уничтожение антистрессов. И это прикольно. А это вообще какой-то единорожек. Ребята, что это вы опять тут достали? Ничего. Юми достала антистрессы, которые прислали. Юмичу, иди сюда. Папа, Эйва, ну зачем ты все рассказываешь? Мы хотим опять сделать уничтожение антистрессов. Хорошо, но только сегодня мы решили показывать лизунов. Ну да, сейчас покажем лизунов и опрос. Наши подписчики всегда помогут и проголосуют. Опять опрос? А это что такое? Ой! Круто! Фу, какой он странный. Интересно, что там внутри? Эй, любители опросов, не забудьте вот это добавить в опрос. Ой, это же кристаллы. А у тебя еще, по-моему, покемонов прибавилось. Эти два, это еще фигня, у меня еще и больше. А у меня так ничего и нет. Тише, Алиса, не грусти. Тебе же кучу игрушек наприсылали. Но коллекция-то у меня так и нет, я ничего не собираю. Вы видели видео? На главном канале Magic Family. Я опять его не посмотрела. Кота челлендж. Миллион игрушек для Кисы Алисы прислали. Ссылка внизу. Посмотри, сходи, это эпик просто. Юми, чудо, посмотрят они, не переживай. А вдруг они не знают? Ну ты же ссылку в описании оставишь. Там такое было, такое, я просто ты обязана это увидеть. Это кто такой? Надо сделать ее подписочной. Кто значит подписочной, Юмичу? Показываешь ее? Она шевелится, а мы говорим, подписывайся на канал. Врубай! Да врубила я. Ой! Собака упала. Кажется, у нее приступ. Да, по-моему, была плохая идея с подписочной собачкой. А по-моему, прикольная. Подпишись, собачка просит, подпишись. Не падай только, не падай, не падай. Так, ой. Что, что это такое? Юми, подожди, подожди. А что, что, что это такое? Чем-то пахнет? Это слизь. Слизь? Да, Юми, это не лизун. Давайте про слизь в другой раз. Так, значит, в этом шарике тоже слизь. Ну-ка, ну-ка, давай проверим. Так, сейчас, 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 я достану. Да, точно. Только там была фиолетовая? А тут золотая. А ее можно есть? Юми, тебе лишь бы что-нибудь съесть. Нет, правда, со слизями давайте разберемся в другой раз. В голосовании их. И может быть подписчики напишут, что с ними тоже сделать. Тролли и слизь. Комментарий много. Эйвен. Извините. Аня, зачем у тебя лицо черное? Да я ролик сегодня на свой канал снимала. Про что? Про черную пятницу. Ух ты, а можно посмотреть? Сейчас наш ролик доснимем и сходим посмотрим. Я ссылку оставлю в описании. И подписчики посмотрят. Ну, если им будет интересно. Ладно, я пошла уберу эту слизь, сейчас вернусь. Никуда не уходите. А я пойду кое-куда схожу. Киса Алиса, ты куда? Аня, не говори. Буду молчать, как рыба. Так, тут рыки-лаки. А я нашла тайную комнату. Тут куча всяких разных коробок. Я должна придумать, что мне собирать. О, я нашла сокровищницу спиннеров от подписчиков. Сколько тут сокровищ. Целый сундук с мячиками. Надо хорошенько тут порыться. Ребята, а где Алиса? Она ушла в туалет. Понятно. Ну что, посмотрим на этого вашего осьминожку. Да, он очень прикольный. Юми, чудо, не лежит и банку. Давайте его потрясем, а то что-то он светиться перестал. Во, замигал. Да, очень странная вещь. Мне кажется, там не только осьминог в этой бутылочке. Это слизь. Розовая слизь. И он в ней лежит. Какая гадость. Ань, ты ничего не понимаешь, это прикольно. Юми, чудо, не лежи же ты эту слизь. Может, попробуем его оттуда достать? Что-то я очень сомневаюсь, что он оттуда выпадет. Попробуй пальцем. Эта слизь прилипла к моему пальцу. Никак он не хочет оттуда выпадать. О-о-о, она прилипла к моему пальцу. Какая гадость. Прикольно, розовые сопельки. Фу, Эйван, верну-ка я ее обратно. О, я схватила его за ногу. Тяни, тяни, Ань, давай. Я тяну. Ничего себе у него щупальца. Тяну, тяну, тяну. Я вытащила его. Только не ешь его. Ладно, хорошо. И не лежи. Ну, разочек. Нет. Ну, разочек. Нет, Юмичу. Ну, один раз.
Хватит лезть своим языком, куда попало. Один. Нет, а слизь-то, смотрите, осталась в бутылке. Да, давай суй его обратно тогда, раз его лизать нельзя. Как скажете, вот. А, у меня к пальцу прилипла эта розовая слизь. Прикольно. Юми, что ты там лижешь? Я тренирую свой язык. Классно. Миша, и ты туда же. Может мне собирать спиннеры? Светящиеся спиннеры очень красивые. Не берется в рот. Зато их можно крутить. Крутись, давай. Крутись, давай. Еще. Нет, надо подыскать что-нибудь другое. Ух ты, какой он большой. Давай, скорее, растягивай его. Смотри, какой он красивый, Юми. Там блестки, пахнет он вкусно. И он немного влажный. Очень красивый лизун. Давайте попробуем его растянуть. Смотрите, как красиво блестки в нем смотрятся. Так. Медленно, чтобы не порвался. Постепенно. Короче, вот до какого состояния я его растянула уже. И мне кажется, он может тянуться еще и еще. Пока не превратится совсем-совсем в тоненькую такую ниточку. Да, очень круто. Прям какое-то волшебство. Это не волшебство, Юмичу, это лизун. Настоящий. Очень классный. А поесть его можно? А в этой красивой сиреневой макаруне красивый сиреневый лизун. Разлизунь его. Мне вот он прикольно. Посмотрим, как он тянется. А его можно еще растянуть? Сейчас попробуем. Пахнет вкусно. Да, он чем-то пахнет вкусным. Жаль, лизать мне нельзя. Давай, Ань, растягивай. Да, давай, тяни еще. Я тяну. Еще тяни. Тяну. Еще можно немного. Тяни. Тяну. Так, а еще можно? Уже очень длинный. Ладно, давайте уже посмотрим остальные. А то мы так целый час с каждым лизуном возимся. Такой обзор никто смотреть не будет. Очень даже будут. Наши обзоры всегда смотрят. Так, это что за желтая штука? Это тоже типа лизун, только он маленький и желтенький. А он растягивается? Нет, Мишань, по-моему, он испортился. Он почему-то ломается. Тогда давай следующий. Может мне собирать поняшек? Поняшки красивые. И уже часть коллекции есть. Нет, наверное, надо найти что-нибудь другое. Что же мне коллекционировать? Ань, давай-ка зявочника. Ты про этот зеленый лизун, про который я сказала, что на сопельку похож? Он большой. Он немножко какой-то странный на ощупь. Может, он какой-нибудь необычный? И правда, похож на козявку. Юми, только не лежи его, пожалуйста. Ладно, ладно, похож на коровью козявку. Ребята, он очень, конечно, прикольно мнется, но никак не хочет тянуться. Он вообще какой-то странный, твердый. Аня, знаешь что, попробуй-ка выключить свет, вот такая мне идея пришла. Свет? Ну, ладно. Ух ты! Ух ты! Ничего себе! Я так и думала. Жалко, подписчикам ничего не видно. Он светится в темноте. Он фосфорный. Ну ты, Миша, даешь. Почему свет погас? Может, кто-то узнал, что я в тайной комнате и вырубил мне свет специально? О, включился. Барабашкины проделки. Все говорят, собирай кошек. Но я же собака. Почему я должна собирать кошек? Ой, кажется, я тут набардачила. Ане это не понравится. Ну и что? Никто же не узнает, что это я. Ну что, ребят, посмотрим вот это яйцо. Что это такое? Не знаю. Что-то не похоже на лизун. Может, это был специальный пластилин? Не знаю, что это было, но оно явно растаяло. Да, там втаяла какая-то бумажка. Но это явно какая-то тянучка. Юми, чудо, отдай ты мне ее. Ты когда-нибудь точно чем-нибудь отравишься, если будешь все подряд лизать. Да, она и правда тянется. Но на лизун это не похоже. Я не знаю, что это такое, ребят. Ладно. Ань, а почему оно шевелится? Это секрет яйца. Оно меня гипнотизирует. Может, раз все хотят... Ой, ой, ой. Чтобы я собирала кошек, собирать Hello Kitty. Тут тоже есть часть коллекции уже. Даже большая Hello Kitty тут есть. Ой, и она упала. Аня, это что? Ну, давайте посмотрим. Это не лизун. Это монстр. Какой еще монстр, Юмичу? Это крыса-лизун. Она точно тянется, как лизун. Может, это желе? Может, это просто Юмичу антистресс? Ну, попробуй его на вкус. Может, это мармелад? Смотрите, какой у этой мышки смешной хвост. И как она растягивается. Ой. Ой. Ты оторвала ей хвост. Простите. Ничем не пахнет. Ладно, попробую. Нет, это точно не мармелад. А что это такое? Это, видимо, просто какая-то антистресс-мышка, типа лизуна. Ух ты, что я тут нашла? Целый пакет браслетов и резинок. Может, мне собирать украшения? Ой, ребята, мы не открыли вот этого лизуна. Он, кстати, сиреневый, сейчас посмотрим на него поближе. Ой. Ой. Что это? Кажется, это не лизун. Кажется, это опять слизь. И на слизь это не похоже. А, оно прилипает к моим рукам. Это так весело. Ничего смешного. Оно прилипает к рукам, что делать? Успокойся и потихоньку засунь обратно. Так, ребят, подождите, я с этим разберусь. Ой-ой, кажется, я тут задеваю какие-то провода. Свет мигает. И Аня, я слышу, где-то ходит. Короче, не успела я собрать коллекцию. Но лучше мне вернуться обратно. Пока Аня меня не нашла в тайной комнате. Я не знаю, что это было, ребят, но по пути из ванной я заметила, что в комнате, где живут Рики-Лаки, там, где я храню кое-какие коробки, кто-то побывал. Без понятия. Мы же были тут с тобой. Да, а Софи болеет. А киса Алиса была в туалете? А вот вам не кажется, что киса Алиса долго была в туалете? У меня живот приболел.
То есть у нас завелся домовой? Видимо, да. Лучше бы сказала, чтобы на наш инстаграм подписались. И шли ролики на каналах смотреть. Поставь лайк, если ты не редиска. И скорее нажми подписку. А еще там есть колокольчик. Если ты его нажмешь, сможешь первым увидеть наш ролик. Первым под ним оставить свой коммент. Значит, возможно, он наше видео в зуб попадет. Скоро Новый год! И умничу, кричать Новый год, это же наша новая песня.